Всем привет, и это мое третье видео для проекта Brown для Woman.ru. Сегодня я хочу показать вам, как я собираюсь на летнюю вечеринку. Это один из самых любимых и самых быстрых вариантов, когда времени особо не тратишь на сборы, но при этом выглядишь отлично, так что давайте приступать. Я выхожу из душа и в первую очередь занимаюсь волосами. Еще на влажные волосы я наношу солевой спрей и сушу при помощи моего фена Brown Satin Hair 5. Я использую диффузорную насадку, потому что она поможет создать мне легкие пляжные кудряшки, такие, словно я целый день провела на пляже, и вот к вечеру у меня натуральным образом получилась такая укладка. Пока волосы остывают, давайте займемся макияжем. Тут тоже все очень просто, и я на все подвижное веко просто пальцем наношу бронзовые кремовые тени. Получается вот такой вот быстрый смоки. И этот оттенок очень здорово подчеркивает загар. Если у вас еще и голубые глаза, как у меня, то на контрасте оттенков они станут еще ярче, еще более голубыми. После этого я немного выделяю брови при помощи карандаша. За что я люблю лето, так это за то, что загар визуально делает кожу и так достаточно красивой, поэтому толстый слой косметики не нужен. Можно лишь слегка высветлить зону под глазами при помощи консилера и после этого припудриться. Далее я наношу тушь на ресницы, и это моя любимая влагостойкая тушь. Дело в том, что она держится, даже если вы попадете под дождь, потому что смывается она только теплой водой. Теперь самое главное летом, это бронзер. Я использую мой любимый шоколадный такой шиммерный оттенок, он придаст еще более загорелый вид и сделает лицо холеным и таким сияющим. Теперь выбираю наряд. У нас запланирован вечерний выход в город, так что я склоняюсь к черным строгим, но по-летнему коротким шортикам и легкой белой блузке. С собой я возьму маленькую сумочку, и если будет прохладно, то блузку я заменю на легкий такой летний джемперок. Выход вечерний, так что сегодня я хочу выгулять свои босоножки на каблуке. Раз будут настолько открыты ноги, им обязательно надо уделить несколько минут. Эпиляцию я делала пару недель назад, так что небольшая щетина у меня уже отросла, и времени на эпиляцию уже нет, поэтому я беру свой эпилятор Brown Silcopil 9 и меняю насадку на электробритву. Я ее обожаю для таких случаев, когда нет времени, а гладкая кожа нужна быстро и обязательно. Удаляю нежелательные волосы и наношу бронзатор. Ноги у меня и так уже достаточно загорели, но лишним все равно не будет, тем более, что в нем содержатся мелкие блесточки, которые сделают кожу визуально еще более гладкой и сияющей. Я просто наношу на ладони крем, распределяю его равномерно по коже, и через несколько минут уже можно одеваться. Вот что у меня получилось. Большое спасибо за то, что были сегодня со мной. Я очень надеюсь, что этот быстрый эффектный образ вам понравился. Обязательно пишите в комментариях, какой у вас самый любимый образ для летней вечеринки. Пока-пока!